Теперь можно бежать. Плохо. Ну там написали, что бобров. Ну, там написали, что да. Привет, я не знаю, остались ли у меня настолько старые подписчики, но, в общем, если вдруг остались те, которые прям вот настолько смотрят мои ролики, что, о, он что-то выложил, неужели это сам, надо точно глянуть, посмотреть. В общем, если такие есть, то вы помните, наверное, такого чувака, как Кулигин, с которым я играл большую часть времени в самп, и в целом он светился почти в каждом моем тогдашнем ролике, который я зачем-то удалил со своего канала, не знаю зачем. В общем, он вернулся, и мы сегодня немного поиграли. Вряд ли мы начнем играть, так что вот будем сидеть, играть и играть, но вот сегодня мы поиграли, и я сделал конченый ролик, как обычно. Те, кто подписался на меня из загоночных роликов, ребят, не смотрите, вы не поймете, а кроме того, тупеете еще на года так два в развитии, просто пропустите мимо. Все. Менты, менты! Прячь, прячь оружку, прячь оружку, а у нас же звезды. Пиздос. Пошел нахуй, нет, паршивый. Давай просто ко всем подходить и говорить здравствуйте. Погодь, погодь. Нихуя себе! Пошло, все нахуй. Ким сделал? Не стоило, думаешь? Пиздец, да не, нихуя себе, он взял тебя, задавил просто, не с хуев, он тебя даже не предупреждал. Он меня не задавил, вот он меня пидорас. Не задавил. А, он не задавил? Он рядом подъехал. Сука, меня убили, ну что, блядь, за сам такой, нахуй? Ой, я машину украл, зато. Да, сука, бля, он вышел. What the hell, это что, это арендовки, что ли? Опа-на. Это новая такси-машина. Нихуя, а ну блин. Ну я, не таксисты, это новые такси-машины, охуеть. Я, кстати, помню, да, там обновление-то выходило. Там типа скилл блин, таксиста. Можно если... быть таксистом на Султане, это же зашибись. Ну да. Ну там надо скилл этого таксиста качать, блядь. 10-й сервер такой скучный, пиздец. Я не жалею, зато я сейчас задротить не буду. Будь я сейчас на втором, я бы сейчас за лидеркой погнался, так что, блядь, нахуй мне это надо. Серьезно, что ли? Ты вот серьезно сейчас бы за лидеркой погнался? Я бы погнался с тобой тогда, короче, потому что это хорошо, что ты перенес аккаунт. Ну вот, так что в пизду. Так хотя бы точно знаю, что мне нахуй ничего не надо. Погоди, я тоже, я свою машину. Как садиться к тебе, Г? Ой, я же закрыл ее, ебать. Садись. Бля, я же тебя закрывать можно, натуре. Какая же пиздатая игра, сам. На всех парах, короче. Блин, вот это лучше, чем GTA 5. Ясен хуй. Ты смотри, два баллончика в ваню стояло. Да, я видел. Они все в казино играют. Нахуй объявление, конечно. Погоди, скажи, когда будешь уезжать. Все, валим, 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 валим. Едь! Здравствуйте, пошел нахуй. Мы аутисты, окей, дальше. Хорошая идея. Блин, а там же бомжара этот. Сука, арест. О, он за лами поехал! А, еще и клист выключил! Вот мразь! И я сейчас выключу. А им же в гетто нельзя. Скрываемся. Мне кажется, у него, бля, ВХ, если вот он нас найдет сейчас. Конечно, там ориентация по звуку. Эй, он около LSNews, он около LSNews, он около LSNews, я его заметил. Ты сейчас с читами? Нет, я просто заметил его. Читов нету, к сожалению, я хочу поставить, но что-то влом. Это дерево там нет. Что там было? О, мне вот на этот хватает, значит он мой. А на тот мне не хватает. Я персонаж дико смеялся. Эй, а почему дом по соседству стоит 320? Лол. Ну, поехали оплатить. Погоди. Лучше дашь мне косарей 50 на оплату? Конечно. Enter by house. Внутри только надо. А я залочить его можно? Погоди, какие команды есть? Хм? О, как старые добрые. Короче, знаешь что? У тебя султан? Так да. А, у тебя Сатурн, тут рядом султан был. А, у меня стратум. Аграна меня доведет. Я даже в симуляторах езжу быстрее. Ралли. Да не переодеваться, просто аксессуарочки прикупить. Аксессуары! Почему ж ты сразу не сказал? Так я же сказал, поехали аксессуары купим. Прости, я тупой.
Я купил. Ну, у меня это Shift. Ну-ка, ну-ка, стой, не двигайся, покажи, что ты там купил. Бандану и очки. Нормально. Выглядит по-злому, слушай, мне нравится. Хорошо. Давай это, может вместе поедем, а то, блядь, ты будешь ехать полчаса. Прости, я хочу погонять на этом говне. Джерома. Нет. Нет, Рикардо Джером такой нубик был. Я помню только Вильям Пих, если честно, мне обидно, что я с ним перестал общаться, он был прикольный парень. Короче, там всяких пацанов админами стали, всякие пацаны. А Вильям Пих где админом стал? Вильям Пих, он на 12-м, я видел. Говно, сервер 12. Куда туда не пойду. А, это сука, мне так никогда град не снял. Бля, так хочется просто взять его и захуячить. Ты в меня превратился, это я все хуячил. Ты его хуячишь? Погоди, а, нет. Не, это не. О, пусть что? Его завалят, в пизду, я не хочу с ним разговаривать. Что происходит? Мне лидер ЛСН пишет, быстро к ЛСН инвайт. О, нихуя себе, Тимон. Поехали к ЛСН? Гидропон. Меня в ЛСН зовут, короче. Поехали, устроишься. А ты устроишься? Если ты меня возьмешь, то да, я устрою. Блять, подъезжает парень с такой мордой, короче, здравствуйте, я хочу устроиться в ЛСН. Че, поедем с тобой? Да, давай, садись в Хотринг, он быстрее. А, это он едет, да похуй, валим, пизду. Нам было написать соси хуй. Давай, ты чё, попиздиться вздумал, давай? Иди ко мне. Нет, отпиздись. Сука. Сейчас, Да ты ж не умеешь останавливаться, я сейчас слягу. Ладно, всё, хватит. У меня живот болит. От смеха. Ты же на то, вот постоянно мы как начинаем с тобой хуячиться, ты постоянно меня останавливаешься, ты меня убиваешь, блядь. Потом я полгода сюда доезжаю только. Причем недалеко, кстати. А я свой оплатил, да, я свой оплатил. Слушай, надо туда аптечек закупить и нарко, короче. Да пошел ты нахуй, хер терпимый. Все. Так, сейчас только не выпрыгивай там, не спеши. Сейчас мы просто мимо проедем. Может нарушить правила, чтобы он за нами погнался, типа погоню сделать? Лифтани. Да. Давай, гони, я фразу заготовил. А тут горка. Вот, стой. Ну не стреляй пока. Я думал выпрыгивать, короче, и сразу начинать палить. Я забыл, что так можно. Я вообще с экраном поеду специально. А можно начинать? Ну да. У тебя много? Сколько патронов? Патронов 10. Осталось. А дигл есть? Да. 5. 6 патронов на шоте. Короче, прячемся за машину. И палим. За машину. Только не умирай. Как это называется? Это называется сам ПРП. О, мне написал Том Круз, погоди. Хочет что? Этот купить инфу. Инфа 92, сколько ДП? Погоди, сколько требуешь? Вот это мне нравится. Переписка, короче, с чуваками во время перестрелки. Он мне звезды дал. Я тоже. А, нет, мочат, сука, пида. Ты где? Ты рядом со мной где-то, что ли? Он убил тебя? Да. Да, Зим, да как так? Он один, мы двое, ты... Я потерял сноровку, прости. Черт, 1800 секунд, наверное, он хорошую позицию занял. У меня 1800. О, ну хоть в одной теряге.